эксклюзивные шедевры своими руками. 20 сентября в выставочном зале Центральной городской библиотеки начнет свою работу выставка «Рукотворное чудо». Это не просто очередная замечательная экспозиция. Это праздничное мероприятие, приуроченное к первому юбилею эстетического центра «Мир искусства». Вот уже 5 лет он объединяет всех любителей и ценителей декоративно-прикладного творчества, которые хотя бы раз в год выставляют свои работы на суд зрителей. Эта выставка «Рукотворное чудо», но действительно чудо, потому что, как я уже сказала, вот выставлены работы, например, картины художников, русских художников, но в вышитом варианте. То есть такого еще у нас не было. И вышел Балдашов Владимир Александрович, мужчина, который 3-й раз уже выставляется в нашем зале. А другая женщина уже в возрасте представила вышитую картину «Алёнушка». Опять же, наша русская живопись, классика, Виктор Васнецов. И у нас порадовало, что в этом году мы впервые представили в этом зале ювелирные украшения. Ну, бижутерия, конечно, но очень высочайшего уровня. И это действительно эксклюзив, потому что девушка, вот, которая работает с этим материалом, она делает то, что никто до этого вообще не делал. А у нас это можно и увидеть, и даже приобрести. С каждым годом участников выставки становится все больше. Когда-то их было всего 17, а на этот раз уже 52. Самой старшей мастерицей оказалась 82-летняя Алла Сергеевна Незнамова. Она представила несколько вышитых полотен. Надо сказать, что вышивка – одно из основных направлений выставки. Для творчества копейчане используют бисер, шелковые ленты, нитки. На какие-то работы уходит немного времени, а какие-то создаются годами. Например, над гобеленом «Святая Елена» автор Светлана Сурина работала 2 года. Вообще восхищаться на выставке можно каждым объектом. Колоритными барышнями из соленого теста, филигранным брюгерским кружевом или игрушками амигуруми. Мы приглашаем всех-всех, кому интересно творчество в любых его проявлениях, у кого такие же рукодельные золотые ручки, потому что выставка будет работать у нас с 20 сентября по конец октября, до конца октября. То есть мы приглашаем всех, и можно рукопые, индивидуальные экскурсии заказать. Мы также это все приветствуем. То есть обращайтесь в Центральную библиотеку, в отдел искусств. Мы будем рады видеть всех-всех, кому это важно. И желаем всем прикоснуться и стать такими же творцами, как создатели тех работ, которые представили здесь свое творчество.